Сказалось. А то не дай зайти за эту изгородь. Там станция, это бард. А это бард. Самое главное, что это живые барды. Самая лучшая песня любви. Это не я так сказал, это так называется песня. Теперь сиди и слушай. Хотел попасть ей в душу и тем лишить ее сна. Он приносил по выходным ей сладости, читал ее ладони и линии. И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени. Я, пожалуй, гитару настрою. Настрой.